Сегодня я буду искать себе питомца. Ну, а питомцем будет мой младший брат. Вовка, поздоровайся с зрителями. Привет, ребята. Так, он будет играть на компьютере. Жалко, что у меня нету питомца. Я ищу питомца. Ух ты, какой ты милый. Давай тебе на ручки. Я возьму. Зову на Паши, а давай... А дай мне за руль сесть, просто я тебя увезу. Ну ладно, это. Я знаю, как ехать. Вот. Все, я приехала сюда, теперь я буду здесь создавать домик. Пойду на поиски искать твою. Тикс, ну вот такой. Присваиваем. Вот так все. Вова, у меня 11 дом. А ты где остановился? Вова, ты я тут прыгаю. Вот ты видишь меня? Я у твоего дома. Нет, нет, ты не у моего. Чё? Я был рядом. Так близко? Нет, не так близко. Все, я поскакала к тебе. Но тебе не открою, просто создай. Я завести тачку нас. Давай, все. Открываю, все, давай, залазь. Все, теперь. Всё. Закрывается. Я пока пошла. Котик, ты. Вова, стой, котик. Котик, стой. Я тебе кое-что дам. Это надо вот нажимать на человека. Да как на тебя нажать? Я не могу, ты слишком маленький, не знаешь. Нет. Стой, Вова, стой, стой! Марьяна, я вылез на скафик. Вот, все, я тебе добавила в друзья, так что ты можешь кушать там, еще что-то делать. Скажи, где? Ну, здесь у нас вот. В смысле? Куда он делся? Так вот ты его в машине привез, точно! Это он сделал. Где же ты, маленький? Пусти его, пожалуйста. Что? Нет, нельзя, Вова, нельзя, нельзя, нельзя. Да блин, открой дверь! Алло. Нельзя! Каким-то незнакомым. Могу закрыть дверь. Вова, не открывай. Это просто незнакомый человек. А если бы он нас хотел украсть что-то? Если бы он тебя украл у нас, а? Тебя бы на мясо сдал. То что бы ты сделал? Простите, ребята. Короче, нам тебе завтра надо в кошачью школу, так что давай ложиться спать. Ну, ты выбирай себе комнату, а я пока буду работать за компьютером. Нет, я не могу пока. Блин, мне надо переодеться. Сейчас. Так, ну вроде все. Господи, как же я устала так. Хотя я спать пошла, короче, все, надоело. Выключайся. Я спать пошла, не мешай. Господи. Я ванну тут в сумище. Да где? Где ты? Котик, да он быстрее, да, вызов воды. Ладно, я все, я помылась, так что можно и ложиться спать.
На следующий вот. Ладно, все, пошла. Котик, если что, что тебе надо будет, ты поищешь. Я поехала. У нас ночь, и ты скользи просто. Ах. Ладно, поеду. Ладно. Да, я рукожоп небольшой. Я работаю в детском школе котиков. Ну, в школе котиков. Я не туда подъехал. Буду в школе котиков. Я пошла сюда учиться. Я пошла сюда учиться. А кто это? А давай тебе надо было уже идти. Во, просто иди в школу. Мне не надо идти в школу. Мне сегодня выходной. Эх. Да, у меня был выходной. И правда сегодня выходной. 9 минус 5 плюс 7, 7, 7. 7. Плюс 70 разделенное на 5. Равно. 1 плюс 9, 10. 10 минус 5, 5. 70, 75. Yes. Ну кому я вообще уроки задаю? Никого ведь нет в школе. А, ну тогда могу и на выпивку поехать, еще такого. Все, я поехала на выпивку, на дискотеку. Пакеда, вау, все, дискотека, века. Хотя на маникюр поеду. Я пошла на маникюр. А какой маникюр? Здесь маникюр. Даже паркую пока что здесь. И поищу пока что маникюр. Ну, это кафешка. Ну, ладно, тогда в кафешке побуду. Печенька, ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Все, съела. Ладно, все, пошла на дискотеку тоже. Хотя... Вова, давай теперь тебе надо было ехать в школу. Да-да-да, вот это. Короче, я... В этой школе работаю. Нет, ты чё? Ты там учишься. Да, Вова? Вова, вообще, ты стал подрощенным. Ты сказал, что ты в полицейском участке, но нет, тебе надо еще познавать кое-что. Котик быстро поехал в школу. Я
Котика. Пиши. Ищу котика, пиши я. Вова, я тоже тебя бросила. Все, у меня есть дочь. Это не дочь, но это моя младшая сестра. Вот тогда зачем ты от меня убежала, а? А ты не знала, где я. Ну не должна знать, ну ладно, я поеду. Поеду, пожалуй. Пожалуй, поеду кое-куда, лошадка. Поеду, пожалуй, на лошадке. Вещи я собрала вроде как. Поеду а тоже. Вы меня забрать? Нет, я просто поехала. А где же, интересно, а где же у меня находится там это? Дача. Я забыла просто. Она поехала на дачу. Я там с горой белоснежной. Белоснежная, я не знаю, где эта гора. Скачу, куда глаза глядят. Лиса, лиса, лиса. А, вот ведь моя дача. Я забыла. Моя дача. Так, ну ладно, я на даче, значит. Это моя дача. Да, я знаю, что... А ты палатку взяла? А я поехала поле куда? На море. Буду искать вот этого маленького кота. Я так буду тебя до вечера искать. А я не вижу здесь моря. Ладно, просто тогда иду кататься. Я прыгаю. Я на лошади. Подойди ближе. Да блин, как я должна подойти ближе, если я не знаю, где ты? Да вот моя.
Подойди к даче, не знаю там. Это и есть дача. Так это не, у меня не дача. Господи, жрать захочешь, вернешься. Все, меня достало. Пока, лошадка. Я мою. Понимаешь, мне насрать на это. Точку. Ну все, я у себя дома. Я буду жить одна. Ура, теперь не надо будет ни на кого корм тратить. Буду одна. Жить я себе поживать на добро. Сейчас. Покажи, что это машина на колесах? Да. Колеса? Да он был затоплен. Вот, ты ведь не любил воду, то что ты не любил в ней долго находиться. Давай ты пытался выбросить. Да нет его. Ну тогда найди меня, не знаю там. Ах, как же я умаялась. Еще у меня есть палатка. Я ее поставлю вот сюда. Ладно. Просто тогда, не знаю, побегаю в качестве. Так, видео еще идет, нормально. Хотя вот такое пойдет. Нет, я не знаю, где тупое море. Во-вторых. Ой, ну не тупое. Во-вторых, я не хочу искать. Все, я забыла. Два типа прошел один год, и мы забыли друг друга. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, тогда переоденусь. Я был до этого уже большой. Хотя я был. Ладно, так все, ну теперь у меня крылья. К 20 годам у всех людей, у кого были крылья, они отпадают. Ну потом они появляются. Ладно, пойду, пожалуй, погуляю, чтобы не погулять. О, давай ты решил прийти в город. Решил поискать себе хозяина. И давай сейчас было лето. Ля-л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 я. Как же хорошо гулять. Вот, давай ты решил пойти в школу, в садик для котиков. А давай ты пошел в приют, чтобы тебя там кормили хоть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Да фиг я понимаю, где это находится, Вова. Ладно, давай. Знаю. Тут и рядом, а где спуск? Рядом с твоим домом. Там поедем в библиотеку. Вот, смотри. Все, понятно. Это находится рядом. Сейчас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Это еще пойти на море. А почему бы не искупнуться? А, вот там ведь море. А что это там? Ну ладно. Как же хорошо купаться, только надо расплестись.
А ты кто еще такой? Ну ты сказал хозяйка. Хозяйка? Ты кто такой? Я тебя не знаю. А то один бабки. Да я тебя спрашиваю, кто ты? Я тебе не помню. Я котик. Какой еще котик? У меня не было. А, ну у меня был Петя или Вася, но не ты. У меня есть Петя. Точно, у меня был Вася. Или ты Петя? Вася. А, у меня тогда был точно Петя. Да моя ба! Да серьезно, у меня был Петя. Но я больше не помню своих котов. Да блин! Ты Вася или Петя? Я тебя спрашиваю, может ты вообще Егор? Я договорю, был Егор. Ты Егор? Ладно. У меня был синий кот с синими ушами и с оранжевым хвостом. С маской. Привет, Егор. А ты что, почему ты ушел от меня и не вернулся? Ну ладно, все, пока, я пошла. Нет. Если ты хочешь один отдыхать, то тогда пока. Или тогда идешь вместе со мной. Ну ладно, придешь. Ти-дин, теперь надо пойти домой. Ой-ой-ой-ой-ой, занят повод домовой. Вова, давай иди быстрее, я тебя жду. Я домой ушла. Запомни это. Cheers.